Вы когда-то слышали о битве при Карасебиш? Это один из самых значительных уроков для современников. Император Иосиф II собрал многонациональную армию, состоящую из чехов, сербов, хорватов, французов, поляков и итальянцев, а также венгров и австрийцев. И знаете, они не могли общаться друг с другом на одном языке. Но, по мнению императора, солдаты должны были только сражаться, поскольку командиры знали, как принимать и отдавать приказы. Ночью 21 сентября 1788 года около 100 австрийцев стояли лагерем в районе Карасебиша. Подозревая присутствие турок поблизости, отряд гусар был отправлен исследовать местность за рекой Бега. На их пути местные жители предложили им немного самогона, чтобы облегчить страдания. Гусары с радостью приняли предложение. Через некоторое время пехотинцы, также находившиеся в разведке, наткнулись на гусар. «Ого, шнапс! Мы тоже хотим!» Кавалеристы, аристократы, прогнали их. Пехотинцы обиделись. Началась потасовка. По ошибке кто-то выстрелил. «Турки! Турки!» — закричали некоторые солдаты по ту сторону реки. Проснувшись, солдаты в лагере начали убегать. В ответ на панику офицеры кричали «Хальт! Хальт!» Но солдаты не понимали, что значит «Хальт». Они слышали «Аллах! Аллах!» и начали стрелять во все, что двигалось. Командир артиллерии также дал приказ «Огонь!» Все стреляли друг в друга. Инцидент разразился до такой степени, что, убегая от воображаемых турок, храбрецы сбросили самого императора Святой Римской империи с лошади в ручей. Два дня спустя, когда прибыли турки, они обнаружили поле, усеянное сотнями жертв. Некоторые говорят, что даже до 10 тысяч погибших и раненых вместе. И Карасебиш без защиты. А урок? Он называется «Диалог глухих». Мы все принадлежим какой-то армии, социальной группе или учреждению. Мы умеем говорить, но очень часто не понимаем друг друга, а причины, они разнообразны. Иногда мы переводим понятия по-разному. Одно говорит собеседник, другое понимает мой разум. И тогда мы возмущаемся, прежде чем дадим себе время прояснить термины. Иногда мы слишком уверены в том, что уже знаем, и отвечаем, не выслушав другого. Но самое серьезное — это когда мы очень хорошо понимаем, что нам говорят, но, будучи уязвленными в своем самолюбии, защищаем свои взгляды всем арсеналом аргументов и особенно эмоциональными средствами. Сколько дружб, даже семей разрушается до самоуничтожения из-за битв при Карасебише. Мы видим врага в ближнем, вместо того, чтобы искать его в противоположном направлении, скрытого в нашем собственном самолюбии. Сдерживать свои предрассудки, порывы и амбиции требует зрелости и усилий. Как написано, «Кто владеет собой, тот больше завоевателя города». Притчи 16 глава, 32 текст.